В День единства народа Казахстана 31 канал объединил тысячи людей в Алматы. На площади Абай состоялся грандиозный концерт, посвященный 25-летию нашего канала. Нургали Карабаев послушал живой звук под открытым небом. В гримерке кипит работа. Через несколько минут Айкын выйдет на сцену, где его ждут тысячи фанатов. В основном это будут песни, которые полюбились народу, такие как «Пах-пах», «Жалко сцен», «Доброе утро», там, «Сағыныш», «Алтынам». Ну и будут пару новых песен. Айкына встретили бурными овациями. Певец сразу зажег аудиторию, зрители подпевали. Вечер был полон сюрпризов. Ведущими праздника в честь 25-летия 31 канала стали герои сериала «Женатики» и наш коллега Максат Толкбай. Максат, знаете, французский и казахский языки очень похожи. Вот, например, поздравить 31 канал с 25-летием приехали и другие звезды эстрады. 25 лет – это все-таки серьезный шаг. Так что желаю, чтобы побольше зрителей было и очень качественных программ, качественных новостей. Праздник удался, несмотря на дождливую погоду. Настроение шикарное. Приехали вместе с детьми отдохнуть, посмотреть концерт. Погода не пугает совершенно, потому что хочется выйти вот так вот на свежий воздух и послушать прекрасные выступления. Концерт прошел при поддержке акимата Алматы. Генеральный директор 31 канала Багдат Коджахметов рассказал, почему выбрали формат Open Air. Почему Open Air? Потому что это уже давняя сложившаяся традиция, когда мы хотим подарить праздник не просто какой-то группе людей, а всем жителям города Алматы и всем гостям нашего города. Посмотреть полную версию концерта можно будет на нашем канале 12 мая в 9 вечера. Нургали Карабаев, Думан Сулейменов, Информбюро, Алматы.